Камчатский институт развития и образования совместно с Камчатским центром детского и юношеского технического творчества начинают цикл вебинаров по безопасности дорожного движения. Всего будет 5 вебинаров для 5 категорий слушателей. Первая категория – это педагоги, связанные с дошкольным образованием. Вторая категория, которая приглашается к прослушиванию вебинара – это учителя начальной школы. Третий вебинар будет посвящен для кураторов групп средних профессиональных образовательных организаций и педагогических работников подведомственных организаций Министерства образования Камчатского края. Четвертый вебинар будет посвящен классным руководителям 5-11 классов и преподавателей ОБЖ. Завершающим вебинаром в данном цикле будет вебинар по теме «Организация работы по обеспечению безопасности учащихся как участников дорожного движения» и будет относиться к заместителям директоров, руководителям отрядов ЮИТ и педагогам-организаторам.